преддверии одного из самых больших православных праздников – Крещения Господня, активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили подготовку купели в лесном городке. Место для омовения по традиции было организовано на территории храма Рождества Иоанна Предтечи. Как сообщил руководитель партийной фракции в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, купель в лесном городке соответствовала всем региональным стандартам.